Глава минской милиции, центральный руфт забросали камнями и бутылками. Участники несанкционированной акции протеста в Минске напали на руфт столицы, сообщил начальник минской милиции Иван Кубраков. Он уточнил, что служебный транспорт сотрудников МВД Белоруссии забросали камнями, сообщает госагентство Белта. По словам Кубракова, правоохранителям удалось предотвратить взятие под контроль центра Минска сторонниками оппозиции. Активные участники нападения на центральный руфт были задержаны, а также те, кто устроил бесчинство в спальных районах, всего около 120 человек. Протестующие съехались в Минск на воскресную акцию протеста, чтобы занять центр. В частности, речь шла о проспекте Независимости со всеми площадями. Однако сотрудники органов внутренних дел держали ситуацию под контролем, и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости. Как сообщают очевидцы, задержания прошли в Гродно, Лиде, Могилеве и других городах. В белорусской столице задержания продолжаются. Наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прогремели порядка 10 хлопков, а затем раздались выстрелы. Несколько человек пострадали. На месте работают несколько бригад скорой помощи. Во время пресечения противоправных действий в Минске пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В центральном руфт разбиты стекла. Сейчас возле здания руфт работает следственно-оперативная группа. Действиям протестующих будет дана правовая оценка. Кубраков рассказал, что с наступлением темноты протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста в 15 городах превысило 200 человек. Некоторых уже отпустили из милиции.